Всех приветствую на своем канале, с вами Анна Латышева. Сегодня будет обзор косметики Новосвит. Она бюджетная и хотела просто рассказать, что мне нравится, что мне не нравится. Вот, ну начну сразу. К сожалению, не покажу, которая для снятия макияжа, большой бутылочки такой, прозрачно-розовый Новосвит, мне не подошла, не понравилась. Вот. Но другая продукция мне вся понравилась, так что начнем. Я, к сожалению, болею, я извиняюсь за голос, вот. Так что поехали. Первое. Это Новосвит, витамины для лица, акваспрей Pharma Beauty. Здесь у нас 190 мл, стоит 100 с чем-то рублей. Вот. Комплекс 4 минералов, специально разработан для питания кожи. Его активно основан на синергизме микроэлементов, вот, и играющий важную роль в клеточном обмене веществ. Распылять на расстоянии 20 см кожи лица на зону декольте. Вот, что я могу сказать. Это бюджетный вариант, потому что я сама, мицеллярная вода вообще стоит 250 рублей. Она подойдет тем людям, у кого сухая кожа, или тот человек, который находится, ну, длительное время в таком помещении, где жарко, сухо, это, например, ну, в торговых центрах, магазинах, бывает в каких-то офисах. Вот, вы как бы прыснете на лицо, и ваша кожа начинает дышать. Очень хорошая вещь. Вот. Когда я работала в магазине, я ее использовала. Но сейчас я тоже использую периодически. Вот, я вам советую. Здесь дозатор. Ее, ну, надолго хватает. Отличная вещь. Так, поехали дальше. Следующее. Тоже Новосвит. Гиалуроновый крем-филлер для кожи вокруг глаз. Гиалуроновая кислота заполняет морщины, воспаляет потерю влаги и придает свежее сияние. Вот так он выглядит. Здесь у нас масло овса, масло зародыша пшеницы, гиалуроновая кислота и так далее. Сколько здесь миллилитров, тут не пишет. Вот. Но глубоко увлажняет, защищает от дальнейшей потери влаги, выравнивает микрорельеф кожи, разглаживает морщины, мимические черточки, обеспечивает длительное увлажнение, свежесть и сияние кожи. Стоил он до 100 рублей. Вот. Я уже неделю пользуюсь, у меня просто началась сухость под глазами и какие-то появились морщинки ближе к моим 28 лет. Вот, вот так он выглядит. Здесь у нас 20 мл. Вот. Срок годности 24 месяца. Вот такой маленький дозатор. Мне очень удобно. Легкая текстура. Он легкий, легко ложится. И видите? Вот. Ну, такой запах гиалуроновой кислоты, я бы сказала. Вот. Он реально увлажняет вокруг глаз. А морщины не знаю, я не увидела такого особого эффекта. На морщины, там еще что-то разглаживают. Но неплохая вещь, я вам советую. Следующее. Это пользуется моя мама. Новая формула, Новосвит. Тоже 100 с чем-то рублей стоит. Гиалуроновая кислота, коллаген, аквагель, 24 часа. Длительное увлажнение для лица и шеи, обновление кожи и разглаживание морщин. Здесь у нас 25 мл. Что он делает? Концентрат, состав гиалуроновой кислоты и морского коллагена восстанавливает недостаток влаги в коже, обеспечивает глубокое длительное увлажнение. Одновременно воздействие коллагена и гиалуроновой кислоты оказывает на кожу выраженное гренгирующее, омолаживающее до и вот после рисунок. Вот, вот так он выглядит, этот такой дозатор. Вот такая гиалуроновая кислота. Эффект реально есть, берите. Я просто не пользуюсь, у меня не такие морщины, это у кого вот уже в возрасте, он показывает, вот она. Она реально разглаживает морщины, они разглаживаются, это все видно. Вот так вот. И она вообще легкая гиалуронка. Увлажняет, и морщины пропадают. Очень хорошая вещь. Советую. Вот. И следующее, предпоследнее. Это у нас Новосвит. Это для кутикулы ногтей. Один такой, один такой. Их всего 3 или 4 вида. Для этого я первый раз купила
Новосвит, масло, бутер лимонное для ногтей, кутикулы, витамины Е, С, В и так далее. Активатор роста ногтей, да, ну, как бы активирует, ногти хорошо растут. 20 миллилитров здесь. Что характерно для него? Приятный лимонный аромат, тающая текстура натурального лимонного мирта, питает кутикулу, восстанавливает ногтевую пластину. Но кутикулу он не так увлажняет. Вот. Если у вас немножко она сухая, да, он увлажнит. А стоит недорого, 35-39 до 40 рублей. И надолго хватает. Следующий мне подошел. Я тоже недавно его покупала. Вы, наверное, видели в обзорах в Ашане. Вот этот мне точно подошел. Интенсивный уход, крем-сос за поврежденной кутикулой. Пантенол 5% против заусенц. Реально работает, очень увлажняет. Сейчас вам покажу. Тут тоже 20 мл. Первая помощь для ухода за поврежденной кутикулой предотвращает появление пересушенной поврежденной кутикулы благодаря действию пантенола. Заживляет микротрещины и препятствует появлению заусенцев, возвращая ногтям здоровый и ухоженный вид. Очень хорошая вещь, я довольна. Могу рекомендовать вам, покупайте. Вот. Хочу, конечно, еще Новосвит попробовать крем. Но у нас почему-то пока в продажах нету. Крем для лица очень советуют. А гель из гиалуроновой кислоты, я смотрела обзоры, не очень. Что она увлажняет, много расходуется, а толку ноль. Вот. Так что очень бюджетный вариант этой косметики. Вот. Из моих фаворитов я вам показала, что вот отличный, что можно взять и так далее. Вот. Спасибо, что меня смотрите. Жду от вас комментариев, лайков. И что вы, например, еще посоветуете из Новосвит, чем вы постоянно пользуетесь. Может быть, что-то вам подошло, я тоже решу взять и попробовать. Вот. Так что всем пока-пока.